Дорогие друзья, мы находимся в Кемере. Сейчас мы посмотрим, какие отели начали открываться. Это со стороны въезда с Анталии. Сейчас начнем оттуда, по бульвару Ататюрка. Вот Эламир, это бывший ботаник. Сейчас там новый хозяин, новое название Эламир. Красивое очень название. Он открыт, вот туристы идут на пляж. Вот еще одна туристочка с Эламира пошла на пляж, и мы пойдем за ними. Небольшой ветерок, но очень теплое море, народу немного. Конечно, здесь нет пока российских туристов. Море очень-очень чистое. Как вы знаете, в Кемере камни, поэтому море чистое. Турист возвращается с пляжа, и мы тоже пройдемся по бульвару Ататюрка. Пойдем дальше, посмотрим на отели. Так, какие у нас тут отели идут? Армаз 4 звезды. Имеет два корпуса. Армаз Гюльбич. Он открыт. Вот туристы оттуда пошли на море. Роза Резидент Бич 5 звезд. Он закрыт пока. Палмет Резорт 5 звезд. Открыт. Вот с лошадьми Армаз. А это Армаз другой. Он закрыт пока. Гревел Хотелс. Это бывший Алкачлар. Название поменяли. Наверное, хозяин поменялся. Машин много. Я думаю, что он открыт. Кристалл Аура Бич. Аура Бич пока закрыт. Опять же сеть Эламира, Эламир Парк отель и Эламир Магик. Туристов пока там нету, пока он закрыт. Геледония 4 звезды закрытые. Приятная, красивая территория, ухоженная. Дабл Тре Хилтон открыт. Армаз Парк Хотел. Он пока закрыт. Кемер Барут очень красивый. Смотрите, как красиво смотрится. Я не могу сказать точно. Конечно, здесь много стоят машин. Туристов я не видела. По-моему, только еще готовится к открытию. Я так поняла. Оранж Кантри. Открыт. Арис Дрим. Открытый отельчик небольшой. Туристов там много. Я видела, там возле бассейна отдыхают. Хотела за ворота заглянуть. Не получилось. Вот гуляют туристы в небольшом количестве. По одному, по двое, по трое. Мороженое красивое. Здесь кафе открыли. Шафик Бей. Шафик Бей. Тоже вроде как бы на ресепшене никого нету, и туристов я не видела, хотя наверху вот сушится белье, я смотрю. По-моему, он закрыт все равно. Ориент отель тоже закрыт. Ну, вот на этом бульвар здесь закончился. Мы подошли к центру. Ну вот, в следующий раз мы посмотрим другие отели, какие уже открыты. Какие еще не открыты. В конце июля мы еще раз пройдемся по другим улицам. Пока на сегодня все.